Всем здорово! Значит, сегодня будет дело идти, видео точнее, будет идти о новом мемкране, где можно добывать любую крипту. Ну как, не всю, конечно, на свете, но там и большинство. Начнем мы с этого крана по добыче матик, потому что у некоторых пуканы взрывались очень сильно тем, что как бы предъявляли ко мне претензии, что повысился вывод из половины матика до одного матика. Я не знаю, почему ко мне именно претензии. Наверное, когда они покупают средства от запора, проносное, и когда они, не прочитав инструкцию, срут себе в штаны, вечно винят того, кто им это продал. Вообще, я не знаю. Как будто, я не знаю, это я все здесь поменял. В общем, вчера я вывел еще один матик, уже, да, уже по новой схеме. Не пол матика, а один матик. Ну, в принципе, выводит, да и выводит, самое главное. Вот, вчера вывел, уже у меня аж два матика с этого сайта. Так что, как-то так. Так, ну и перейдем к нашему сайту. Так, Fiora. Когда-то был такой сайт, но его все поменяли здесь, красивенько сделали. Значит, обычный кран-сайт со своими заданиями, с рефералкой, всякими квестами, шортлинками, серфами. В общем, прикольная фигня. Здесь можно выводить на Faucet Pay вообще без комиссии, на Civalet там какая-то комиссия минимальная. В общем, я думаю, если вы одну короткую ссылку пройдете, то вы даже ее и не заметите. Так что, ну что о нем рассказывать? Ну, обычный сайт, можно депнуть что-то сюда, шортлинки пройти, Manual Faucet. В общем, когда регистрируете здесь нужно подтвердить свою почту, поэтому лучше Gmail-овскую, чтобы не было гемора. Так что, как-то так. Ну и можно даже на Google Play выводить, но я этим никогда не пользовался, ничего говорить не буду. Я уже выводил на Faucet Pay, на Civalet. Не получилось вывести, потому что я прошел одну серфку эту. И сказала, что там минималка что-то 200 пепе. Ну, 200 пепе это 1 триллиардная цента, поэтому, в общем, как-то так. Ну, давайте выведем, что тут у меня насобиралось на Faucet Pay. На Faucet Pay без комиссии. Так. Ну, давайте, что тут? Ну, давайте Трончик. Давайте Аду. Нет, давайте Соланку. Короче, тут столько, правда, Соланки получится. Так, вот видите, я выводил XRP на этот, чтобы проверить перед записью. Так, и смотрим, обновляем. Вот оно, Fiora, видите, вывелось. Короче, и так же самое на Civalet все выводится, только там какая-то минимальная есть комиссия. Так что, такие вот дела. Ну и, в принципе, все. Ссылки на этот сайт будут в описании. Ну и на этот, если кто еще не здесь. Так что переходите, регистрируйтесь. Всем удачи, пока-пока, до новых встреч и поменьше скама, друзья.